Манаси пратиштхита, маноме вачи пратиштхитам, авира вирма эдхи, ведасьяма анистха, шрутамме ма прахасихи, анена дхитена, оратран, самдадхами, ритам вадешьями, Сатьям вадешьями, танмамавату, тадвактарамавату, аватумам, аватувактарам, аватувактарам. Ом, шанти, шанти, шанти. Васамараджанам, васатим джананам, аратайо нидадух мартиешу, брахмани атре хаватам сриджанту, ниндитаро ниндиасо бхаванту. Враждебные силы скрыли внутри смертных царя тех, кто обитают в созданиях, в котором все создания обитают. Да высвободят его слова мудрости Атри, да попадут в оковы те, что сами осковывают. Это мы с вами прочитали. Царя жилище, жилье людей. Такое странное, васам раджанам, то есть царствующего в жилищах и будучи жилищем для людей. Царь в жилищах и сам жилище для всех рожденных существ. Он как раз вот, как мы описывали Кришну, это тот, который дает обитание, обитание для всех. Обитель всех, всех рожденных существ и царь всех обителей, то есть пребывающий в каждом. Аратайо нидадух мартиешу. Аратаях, вот эти враждебные силы, которые не жертвуют, которые не вступают в отношении самоотдачи себя божественному. Они не отдают себя на преобразование. Не до духа они установили его внутри Марти Ешу, внутри смертных. Спрятали его там, внутри царя в жилище. Молитвы Атрида освободят его. Брахмани атрихабатам сриджанту, да, освободят его вот эти брахманы. Брахманы здесь молитвы, слова божественные, которые поднимаются из сердца. И ниндитаро ниндиасо бхаванту, и да будут те, которые распространяют хулу. Хулители, да будут они сами встретят эту же, эту хулу. Я не знаю, как по-русски лучше сказать вот это вот ниндати. Ниндати это по-английски это confiners. Или же те, которые blaming, да? То есть... Не знаю, как по-русски blaming. Ну, наверное, хула будет хорошее слово. Обвиняют. Те, которые тебя в чем-то все время винят. Да? То есть вот это постоянное чувство вины. Да? Презумпция виновности. Ну, те, которые создают эту презумпцию виновности, пусть сами попадут в нее, да? Так скажем.
Интересно, да, что тут презумпция виновности может выступить как такая антибожественная акция. Ну вот следующий стих. Шунахчит шепам нидитам сахасрат юпад амунчо ашамиштахишах эвасмад агне вивумугди пашан хоташчекитва ихату нишадья. Шунакшепа тоже был привязан к тысячечасному столбу жертвоприношения. И вот и освободил, и он достиг безмятежности. Займи же свое место здесь, в нас, о сознательный знаток, о жрец призывания, и освободи нас от уз нашего рабства. Даже связанного Шунакшепу ты освободил от тысячи жертвенных столбов, ведь он потрудился на жертвоприношение. Так же и нас, о Агни, освободи от петель, усевшись здесь, о знающий Хатар. Ну вот появляется Шунакшепа. Шунакшепа – это один из таких великих завоеваний ведийских риши. Там идет долгая история, о, как этот Шунакшепа попал на жертвоприношение. История может быть не столь примечательна, хотя в ней есть элементы очень интересные. Был такой царь, который должен был принести в жертву, да, он болел, и вот чтобы избавиться от болезни, он решил призвать Варуну, и Варуна призвал Варуна, Варуна попросил у него жертвоприношение его сына, и он согласился на это жертвоприношение, и Варуна как бы забрал у него болезни, и он стал, так сказать, здоровым. Ну, а оттягивал все время жертвоприношение своего сына. Жалко было ему его отдавать. И вот сын не захотел, когда уже прошло много лет, он все время его оттягивал, потому что он был маленьким, а потом он должен был подрасти, а потом он должен был стать взрослым, а потом все время он находил причину не делать это жертвоприношение. А в конце концов, сын отказался от такого, такой благости сделать отцу, отдать свою жизнь божественному Варуне за его здоровье. И убежал в лес. И вот в лесу он ходил целый год, блуждал и решил все-таки после года вернуться к отцу. Что же делать? Надо как-то это дело решить, отдать себя. Ну, а по дороге он встретил Индру. Индра пришел к нему и сказал: не иди к отцу, продолжай ходить по лесу. И он продолжал. И так было три раза. Каждый раз он собирался идти к отцу, а его встречал Индра и отправил обратно в лес. И в лесу он встретил вот эту вот семью. Был такой Аджигарта, такой брахман, жил в лесу со своими тремя сыновьями. Вот у него были три сына. Шунакшепа был средний. Да? Шунахпучха, Шунакшепа и еще один Шунах. Все они были Шунах сам что-то. Да? То есть Шиобинда переводит Шунакшепа как the head of delight, как то есть здесь переводчик не переводит его даже. Как
Не знаю, чего переводчик не перевел. То есть, как это? Председатель блаженства, да? Head of Delight. То есть, были вот у него три сына, и вот они посоветовались с женой, когда тот предложил им свою, так сказать, замену. Он попросил этого, говорит, у тебя есть три сына, может, ты отдашь вместо меня своего сына, он же брахман, а я кшатрия. И, в принципе, этот подмена может быть принята варуной, может быть, варуна согласится на то, чтобы заменить его жизнь одним из твоих сыновей. Он, посоветовавшись с женой, решил, что старший сын лучше для него, а вот младший лучше для... То есть жена любила, его мать любила младшего, он любил старшего, и остался средний. Вот этот Шонакшепа, которого решили отдать. И отдать его за 100 коров. Да? То есть 100 – это, наверное, символическое какое-то число. Имеется в виду какая-то реализация определенного. То есть 100 коров – это... Корова – это тоже свет, луч света, да? В каком-то смысле. Наверное, связано с какой-то реализацией великой. То есть за это он решил отдать своего сына на жертвоприношение. И вот он вернулся к отцу с Шонакшепой. И решили сделать предложение Варуне. Варуна согласился. То есть, и вот Шонакшепу привязали к этим столбам тысячекратным, как здесь говорится. А по существу это был один столб. Не знаю, почему тысячу столбов. Интересный такой символ, да? Такого бесконечного жертвоприношения души природе. Да? И вот Шонакшепа, привязанный к столбу, и вот основные жрецы были Васиштха, Вишвамитра был один из них, да? И еще там два, я забыл, четыре жреца. И вот они все спрашивают, надо его попривести, привязать к столбу, как жертвенное животное, этого Шонакшепу. Кто это сделает? Все жрецы отказываются. И тогда отец говорит, я сделаю это для вас за 100 коров. Снова ему дают 100 коров, он привязывает своего сына к столбу. Теперь его нужно убить ножом, да, заколоть. И кто это сделает? И все отказываются это делать. И вот отец говорит, я это вам сделаю, да, за 100 коров. И вот, значит, ему снова дают 100 коров, и вот он приближается к своему сыну, чтобы его убить. И в этот момент происходит интересная вещь. Его сын взмолился Агни, и Агни повел его к... То есть у него было свое путешествие от Бога к Богу он шел. Я забыл всю его дорогу, но там дорога таковая, что он сначала поднимается к Савитару, он встречается с Варуной, кстати, Варуна отправляет его к Савитару, Савитар отправляет его обратно к Агни. Вот это удивительная вещь. То есть Агни привел его к Савитару, а Савитар отправляет его к Агни обратно. И вот он снова начинает свое путешествие от Агни. Дважды он начинал. В этом есть какой-то очень важный момент, мне кажется. И Агни ведет его, значит, там к Индре. Он приходит к Индре. Индра дарует ему золотую колесницу, на которой он теперь может прибыть к Ашвинам. Ашвины приходят на это, запрягают своих коней на эту колесницу, потому что Ашвины везут. И везут его к заре, уши, к Божественной Матери. И когда он прибывает к Матери,
это все происходит во внутреннем мире, да? Вот эти все призывы, вот эти все его поклонения богам. Когда он приходит к Уши, моментально, как только она явилась, отвязывается, развязываются все узы, все эти тысячи столбов, и он становится свободным. Вот это его освобождение. Вот этот был Шунакшепа. То есть приход его через Агни к Божественной Матери, через Индру, через всех этих богов, Ашвинов, да, которые привезли его на этой колеснице. Удивительнейшая история. То есть это какое-то освобождение психического существа. Ну, то есть, и как это только произошло, Вишвамитра сразу объявляет его своим сыном, Шунакшепу, и говорит: «Ты мой главный сын теперь». А у Вишвамитры было 100 сыновей. И он говорит: «Я стану твоим сыном и перейду к тебе в твою готру, стану твоим, так сказать, наследником». А тот ему сразу пообещал: «Все свое наследие, отдам тебе все наследие. Не своим 100 сыновям, а тебе одному». Это тоже удивительнейшая вещь, чтобы Вишвамитра мог такое сделать. И он говорит: «Я перейду, если твои сыновья согласятся принять меня как твоего главного сына, самого старшего». И там получилось такое раздвоение его сыновей. 50%, 50 сыновей не согласилось, старших, а 50, которые младших, согласилось. И вот он, Вишвамитра, проклинает своих 50 старших сыновей, и они становятся вот этими всеми ракшасами, асурами, а 50 юных, молодых, которые согласились, да, начиная с Мадхучандас, это вот первый риши первого гимна Ригведы. Да, от него начиная, все молодые его сыновья согласились принять Шунакшепу как их главного брата, да, который ведет их по пути. Вот они все согласились пойти вот этим путем психического преобразования. А половина сыновей не согласилась пойти путем психического преобразования. Они все превратились в демонов. Интересная такая мифология Шунакшепы. И вот он получил права Вишвамитры. Вишвамитра отдал ему все свои духовные завоевания. Хотел рассказать вам эту историю, чтобы вам было понятно, как много стоит за этим всем, за этим простым Шунакшепа. Да? Ты освободил его. О, Агни, так освободи и нас таким образом. Да? То есть дай родиться психическому, дай психическому выйти на передний план. Я выписал весь этот миф, недавно я его переводил из Айтарея Брахманы для себя просто. Хотел перечитать детали, которые там, ну, они важны каким-то образом, они все как-то увязываются в одно такое, в одно полотно событий, которое объясняет какие-то более глубинные детали этого события рождения психического в человеке. И вот это узнавание его Вишвамитра и полностью, так сказать, принятие его как своего главного сына, это, конечно, немыслимая вещь. Ну, вот такой был Шунакшепа. Отец, кстати, после этого хотел его забрать, Аджигарта, к себе. И сказал ему, что ты все-таки представитель моего рода. А он отказался от своего отца и даже проклял его. Сказал, что ты же хотел меня, собственно, убить за 300 коров. А тут теперь ты вдруг опомнился и начинаешь это говорить о том, что я твоего рода. Я не твоего рода, сказал. Я тебе не принадлежу. И отец очень посожалел об этом и даже
просил прощения у него за это. Тоже интересная вещь – уход от своей, так сказать, изначальной своей династии, уход от своего, так сказать, человеческого, да, образа, от того, своей линии рождения через человеческую форму. Да. Психическая у него другая династия, да? Она принадлежит божественной династии, а не человеческому роду. И вот этот уход, отказ от человеческого рода, как бы, в той форме, да? Такой непсихической форме, оно тоже здесь выступает очень ярко. То есть наша духовная сущность, она принадлежит другому роду, божественному роду. Ну вот, следующий стих. Грини ямана апаги мад айех прамедиванам вратапа увача индро видван анухитвача чакша тенахам агни анушишта агам. Да не возрастет твой гнев, и да не покажешь ты мне, ты меня, да не покинешь ты меня, это объявил мне тот, кто хранит закон деяний богов. Индра знал это. Он искал и увидел тебя, и наученный им, о огонь, я пришел к тебе. Да не возрастет твой гнев, и да не покинешь ты меня. Елизаренко переводит по-другому. Ведь ты ушел от меня, сердясь. Это сказал мне хранитель закона богов, ведь это Индра, знаток тебя, обнаружил. Наученный им, о Агни, я пришел. Да. Дословно, в принципе, разгневанный, да, или гневающийся. Да не станешь ты гневающимся от меня, уходящим. Да не уйдешь ты от меня, разгневанный, как бы. Да? Да не возрастет твой гнев, и да не покинешь ты меня. То есть, may thou not grow wroth and depart from me. Вот этот двойной такой перевод. Дословно, да не уйдешь ты от меня, разгневанный. Да? Прамедиванам вратапа увача. He who guards the law of action of the Godheads, вратапа диванам, кто защищает законы богов, да, так мне сказал, так мне объявил. Тот, кто защищает законы богов, объявил мне так. Да? Это какая-то формула определенная. Да, которые он должен был произнести. Да не уйдешь ты от меня, разгневанный. Индра Видван, Индра знающий это, Анухитва Чачакша, он меня так обучил этому.
То есть это Индра, который защищает законы богов. Мне знаток, знающий это, объявил, объяснил. Тенахам Анушишта и обученный им, я, о Агни, Агам, пришел к тебе. То есть Индра обучил здесь Шунакшепу, да, этому, этой мантре. Это, собственно, наверное, и есть та мантра. Гриньямана апай. Гриньямана апагимад айех. Очень древний язык здесь. То есть разгневанный, да не уйдешь ты от меня. Да не покинешь ты меня в гневе. В гневе это слово, конечно, не очень точно где-то. Гнев может, нужно найти более точное слово. В неприятии, наверное, да? В резком неприятии каком-то, да не уйдешь ты, не покинешь меня. Вот это все относится к истории Шунакшепы, конечно. Шунакшепа обучил его найти огонь, прийти к нему. То есть, извиняюсь, Индра научил Шунакшепу, как найти вот, психическое. Он ему дал вот эту колесницу, которая привела его к Божественной Матери. Но все это считается, что огонь его привез. Вот там тоже в этой истории он начал с огня, пришел к Савитару, к солнцу, а солнце отправило его обратно к огню. Но вот это вот движение обратно к огню, от которого он снова начал свое путешествие. Он пришел потом к Ваю, потом пришел к Индре. Индра дал колесницу, он пришел к Ашвинам и вернулся, и пришел к Божественной Матери. Вот этот второй цикл от огня, мне кажется, это и есть порождение вот психического. Первый цикл от огня – это было явление вот это первого творения, когда огонь не носил тот психический элемент. Это огонь божественного, связанного с природой. Да? Вот это первое движение огня, это движение природы, да? Развитие природы, то есть божественно вовлеченное в природу, эволюционирует сквозь нее. А второе, это уже явление индивидуального огня, психического. И его путешествие к Индре и к Божественной Матери. И то, что он приходит к Уши в конце, к Божественной Матери, тоже очень важно, потому что оно как раз дает ему освобождение психического. Это свет вот той Адити Божественной Матери. Ну так, возьмем 9 стих. Виджьотиша брахата бхати агних авир вишвани крынуте махитва прадевир мая сахате дурева шишите шринге ракшасе виникше. Этот огонь сияет беспредельным светом, и благодаря своему величию все делает явленным. Он преодолевает те деяния, знания, в основе которых лежат небожественные и злые побуждения. Он оттачивает рога, чтобы пронзить ракшасу. Агни ярко сверкает высоким светом. Своим величием он делает видимыми или видными все предметы. Он осиливает безбожные колдовские чары, действующие во зло.
Он оттачивает рога, чтобы пронзить ракшаса. Ну вот, виджоти шабрихата бхати агни. Агни сияет бхати, брихата, высоким, великим, джотиша, светом, ви, во все стороны, пронизывая все. А вих, вишвани кренуте махитвай, своим величием он проявляет или манифестирует все вещи. Прадевих, праадевих майях и силы небожественные или антибожественные, адевих, сахати дурева, он преодолевает те, которые дуревах, да, которые ведут нас по неправильному пути. Шишите шринге и заостряет свои рога ракшасе виникше, чтобы поразить ракшаса. Появляется адеви майя, небожественные силы, дурева, которые ведут нас по неверному пути. Утасванасах дивишанту агних тигмаюдха ракшасехантавау мадечидасья праруджанти бхама наваранте парибадхо адевих. Да будут голоса огня острым оружием, убивающим ракшасу. В неистовстве экстатического восторга он сокрушает своей яростью. Никакие препятствия, ни божественные, окружают нас, что окружают нас, не могут сдержать его. Но это все как бы продолжение той же темы освобождения Шунакшепы от вот этих тысячи столбов, которые связывают нас с природой. Тысяча здесь, наверное, символическое число, имеется в виду бесконечная привязка духа к природе. И освобождение его довольно сложный процесс. Это много сил, которые небожественные хотят нас удержать в этом состоянии, привязанном к столбам. Утасванасах диви шанту агнех, то есть да будут голоса сванасах в небе агни. Тигмаюдха с острыми окончаниями, или с острыми лезвиями или оружием ракшасехантаваху, чтобы убить ракшаса. Мадечит асья праруджанти бхама, и его языки пламени прорываются, так сказать, в неистовом восторге Маде, в этом, в экстазе. Да? Прорывается вперед, пра. Наваранте парибадхо адевих, и небожественные силы не связывают его, не удерживает его.
Вот эти парибадхах адевих, те, которые представляют для нас препятствия, препятствующие небожественные силы, не удерживают его. Ну вот я, может быть, здесь сегодня остановлюсь. У нас тут целая группа людей. Здесь они там уже стучат, гремят на кухне. Пойду с них встречу. Если у вас есть какие-то соображения, замечания, чем хотите поделиться, пожалуйста, давайте мы. Сегодня я закончу 15 минут раньше, если вы не против. А то там они мне не дадут спокойно закончить наше занятие. Да, конечно, Володя. И 15, можно я раньше. Нет, ну, раньше не надо, наверное. Но все равно, если есть какие-то у вас вопросы, может быть, по Шунахшепе или что-то, или какие-то мысли к вам пришли, поэтому, пожалуйста. Интересная история, когда 50 сыновей старших были на стороне, так сказать, я не знаю, своей собственной эгоистической, вероятно. Да. А 50 все-таки поддержали сына Шунахшепа. Да, он посередине, так он занял свое место. Интересно, да. Да. Это что? Это как символика такая, так сказать, наше эго хочет остаться, да, не хочет трансформироваться. И в то же время есть вот этот психический огонь, который так или иначе, так сказать, участвует в этом преобразовании, и он является главным. Ну, это как символика какая-то, да, вот эти 50. Наверняка, наверняка. Это в нас же, наверное, вот эта борьба происходит. Ну да, конечно, это наша. Одна часть — это природная часть, которая более старая, древняя, она старше его, да, психическая, но младше этой первой части сурических сил. Сил как раз вот тех, которые первое творение, да. То есть это эти асуры и вот эти ракшасы, они старшие братья богов, да? А другая половина — это наша вот это уже зависимость от психического часть, да? Когда уже психическое сюда не зашло, вторая часть, второе творение, она принимает психическую, так сказать, главность его ведения нас по пути преобразования. Да? То есть оно его узнает. То есть та часть, которая относится ко второй части творения, она узнает психическое и соглашается на его водительство. А первая часть, это вот эти асуры, они не соглашаются на водительство психического. Они не признают его главенство. Да? Оно явилось позже, оно пришло позже, чем они. Они старшие братья по отношению к нему, и не захотели стать младшими. Они хотели признать его главенство. Интересная мысль, очень. Да? И то, что Вишвамитр признал его главным сыном, это тоже совершенно немыслимая вещь. То есть все риши, такие как Мадхучандас и все остальные, стали младшими сыновьями, то есть младшими братьями этого Шунахшепы. Это какая-то важная мифологическая, мифологема, да? Рождение психического. Потому что вот это рождение психического, оно в каждом из нас, оно этих ракшасов уничтожает просто очень легко. Ну, просто да. Своим, так сказать, пробуждением. Уходит все наносное в нас, да? Уходит все, что стоит на пути продвижения. Да. Все обнуляется, все. Все влияния вот этих враждебных сил. И наши собственные, да, враждебные силы. Ну да, это и есть наши собственные, потому что, в принципе, наше сознание выходит гораздо дальше, да, но просто мы как бы сфокусированы в этом теле, нам кажется, мы здесь, а там кто-то еще. По существу это и есть наше
50 на 50 сыновей, да? Весь набор всех возможностей, просто это точка сборки здесь, этих сил. Да. Спасибо. Да. Ну хорошо, тогда я закрываю мантры. Мы закончим в следующий раз этот гимн и снова его прочитаем, просмотрим, как он работает вместе. Там будут какие-то интересные мысли, потому что я хочу вернуться к Шонакшепе и в основном по началу рождения огня. Помните, там, как мать носит его в чреве и не отдает отцу долгое время. Это он и есть. Шонакшепа здесь не зря упоминается. Ну, я тогда закрываю мантры. Ом сарве бхаванту сукхинаха, сарве санто нирамая, сарве бхадрани пашьянту, ма кашчит духа бхаг бхавет. Ом шанти, шанти, шанти. Алло. Ну, все, счастливо тогда, пока. Спасибо большое. Спасибо, Ольга.